По доброй традиции, с наступлением благоприятных погодных условий в Кашхабльском районе, как и во всей республике, стартовали широкомасштабные субботники. Для приведения территорий, сельских поселений, районного центра в надлежащий вид вышли работники администрации района, сельских поселений, образовательных учреждений, вся бюджетная сфера и, конечно же, неравнодушные жители. Прошедший накануне дождь не стал помехой. Уже к обеду была расчищена от мусора территория районного центра и, самое главное, берег реки Лаба. Конечно, картина ужасающая на самом деле. Вся прибрежная зона возле реки Лабы, отдыхающие места. Я понимаю, люди хотят отдыхать в красивых местах, в уютных, но после себя оставляют кучу мусора, которые еженедельно должны заниматься чисткой, вот бюджетная сфера. Я призываю всех граждан, всех своих аульчан, чтобы просто следили хотя бы за собой. Если каждый будет следить за собой, каждый будет забирать свой мусор и выкидывать в урну. На сегодняшний день работает у нас региональный оператор «Экоцентр». Я всех прошу, ставьте просто на дорогу этот пакет, и региональный оператор заберет этот мусор. Если вам некуда его деть, не надо его выбрасывать возле речки, в лесу, в лесополосы. Привозите в администрацию, у нас там стоят контейнера, за которые мы платим региональному оператору. Закидывайте туда, мы увезем. Это лучше будет, чем вы просто раскидаете их. Придомовые территории, улицы, обочины, парки, общественные объекты. Мусор был собран везде. Игнатьевское сельское поселение в этот день занималось очисткой лесополосы. Был убран сушняк и мусор. Прекрасная половина нашего района наравне с мужчинами также принимала активное участие в субботнике. Глава Кашхабльского сельского поселения обращается ко всем с просьбой уважать чужой труд, не мусорить и убирать за собой. Давайте каждый начнет с себя, каждый, я с себя, вы с себя. И тогда мы сообща просто приведем АУ в порядок. Мы его приводим постоянно в порядок, но каждую неделю, месяц он опять засоряется. Я неоднократно обращался к людям. Нурет Клюпова, которая у нас работает в администрации района, пожалейте ее. Девочка выходит с самого раннего утра, работает до темна, для того, чтобы мы с вами жили в чистоте. Собирает весь выброшенный мусор. Но не проходит и дня после ее работ, как на следующее утро мы едем на работу, по аулу разъезжаем, смотрю, там мусор лежит, машины ездят, выбрасываются окон. Ну, тяжело, что ли, положить в машину, выкинуть в урну. Мы также, в свою очередь, призываем всех бережно относиться к природе нашей малой родины. Район – это наш общий дом, который нуждается в заботе. И от нас самих, конечно, зависит в первую очередь его внешний вид и комфорт.